school vibe. Тебя цепляют слова, мой голос грубый не из-за употребления табака. Я не курю уже 4 года, как обойдусь в этой игре и без пиджака. Ну, не смогу без рюкзака, сумка текстами переполнена. Это что-то вроде зарифмованного дневника. Подхожу к майку и зачитываю с него слова. Походка к нему оказалась нелегка. На этом пути многих сбивали алкоголь и наркотики. Почти все, кто начинали со мной до такого уровня, как я, не дошли. Высота там, где рифмую я, велика. Чтобы так четко цепляло, нужно много сил для рывка. Все зависит от навыка, как в тяжелой атлетике. Главная техника, так и тут рэп-игра перемелит всех, кто без внутреннего стержня. Слова должны задевать до боли, как будто сделаны из свинца, а не ваша хуета толстого кабацкого певца. Если хочешь послушать мясо, заходи ко мне наверх, туда веду длинная лестница. На любом бите я чувствую себя что-то вроде жнеца, только вместо зерна я сею в ритм слова. Полтора дня и новая пластинка готова от А до Я. Она может быть любым стилем подкована, но мне это не важно ни хрена. Главное это слова. Главное это слова. Звучит новая олдскул глава, но там все те же слова. Меня связывает из них тетива, рифмую без сна. Звучит новая олдскул глава, но там все те же слова. Меня связывает из них тетива, рифмую без сна. Знаю, что по-любому оценит моя братва. Звучит новая олдскул глава. Слова. Слова. Микстейп. Слова. Рифмую без сна. Слова. Рифмую без сна. Слова.